Уважаемые лобницы, администрация города сообщает, что в пасхальное воскресенье организовано движение бесплатных маршрутных такси на городские кладбища в Луговую и Киево. 20 апреля на Луговское кладбище микроавтобус будет курсировать с 9 утра до 16 часов с интервалом в 15 минут от остановки рейсовых автобусов номер 5 и 6 на повороте к Луговскому кладбищу. На Киевское кладбище маршрутное такси будет курсировать с 9 утра до 15 с интервалом в 30 минут от остановки станция Лобня в микрорайоне Восточный.